центральный вопрос, который сегодня глава государства поставил перед всей системой образования, это как нам справедливо отобрать абитуриента, который должен прийти мотивированным в университет. Не просто для процесса обучения, но для того, чтобы в последующем продолжить свою работу в реальном секторе экономики нашей страны. Безусловно, это очень сложный вопрос. Наша страна на протяжении целого ряда лет шла по пути введения централизованного тестирования. Сегодня пришло время ответить на вопрос, насколько эта система сработала, насколько она требует корректировки, совершенствования. И в этой связи поставлены очень конкретные сжатые сроки, чтобы до Нового года мы внесли предложение. Или мы сохраняем существующую систему, или вводим необходимые новации для того, чтобы увидеть абитуриента. А новации, которые могут появиться, они не касаются вступительной кампании вот следующей? Или они могут касаться? То есть следующая вступительная кампания пойдет по тем правилам, которые уже сейчас есть, понятны и объявлены? В настоящее время все развивается очень динамично, и решения, которые требуют безотлагательных решений, они должны быть приняты уже сегодня, можно сказать. Поэтому, конечно, те предложения, которые будут выработаны, внесены на рассмотрение главы государства, они могут коснуться уже и вступительной кампании этого года. То есть правильно мы понимаем, что в этом году, вот, который будет вступить на нынешнюю предстоящую кампанию, еще будет непонятно, будут совмещаться, например, выпускные ИЦТ или нет, или это уже точно? Ну, например, вопрос проведения централизованного экзамена, безусловно, он уже определен. Другой вопрос, что проведение централизованного экзамена – это всего лишь элемент вступительной кампании. И в этой связи мы должны посмотреть, каким он должен быть, этот централизованный экзамен, и какие еще дополнительно вступительные испытания могут быть в каждом конкретном университете либо в группе университетов на конкретные специальности. То есть это совмещение будет, но тем не менее что-то будет? Так точно, да.